Омские волонтеры примут участие во всероссийских масштабных учениях. Инициатор – Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Мероприятие проводится при поддержке Федерального управления МЧС. Несколько десятков опытных добровольцев из 30 регионов страны соберутся в Калининградской области, чтобы прокачать свои навыки. Тренировки начнутся 26 июля и продлятся 3 дня. Волонтеров обучат особенностям работы в лесной местности и способам оказания первой помощи. После – практика. Нужно будет найти условно пропавшего человека. Омское отделение Национального центра помощи примет участие в этих масштабных учениях. Для меня это честь побывать впервые на таких учениях. Так что всем желаю удачи.